друзья, с вами художник Александра Спиранская, мы начинаем наш вебинар. Тема у нас сегодня – рисунок как способ диалога с заказчиком. Мне показалось, что эта тема будет интересна, потому что очень часто и в моей работе, и в работе моих учеников, в том, что я вижу, что очень много на эту тему вопросов и бывает ошибок, поэтому я решила сегодня разобрать все поподробнее. Жанр у нас такой с вами сегодня необычный. Обычно я рисую вместе с вами. Но вот в данном случае мы с вами будем только разговаривать. Но тема настолько важна, что я думаю, что это будет интересно. Всю свою жизнь я общаюсь с заказчиками. Так или иначе, заказы бывают разные, от каких-то очень маленьких иллюстраций быстрых до больших монументальных объектов. Поэтому... Так или иначе, весь мой диалог с заказчиком строится через рисунок. Хотела бы рассказать сегодня немножко и о своем опыте. И также я вижу, как это делают мои ученики. Как они общаются с заказчиком, как они пытаются рисовать. Кто-то еще только начинает, кто-то уже более опытный на этом пути. Но так или иначе, сложности подстерегают всех, поэтому давайте попробуем сегодня как-то по пунктам их разобрать. Для кого сегодня мы будем говорить? Я думаю, что, конечно, это будет интересно дизайнерам, которые получили свое образование на курсах различных, которых сейчас очень много. Там дается много очень полезной информации, и вот люди, с которыми я встречаюсь, это все люди очень грамотные в своей сфере, но очень часто именно тема рисунка, она упускается как ненужная или... переносится на какое-то будущее, что сейчас я уже начну работать, а потом вот наверстаю. Но вот как показывает практика, рисунка не хватает всем. Всем дизайнерам и только начинающим, и уже действующим вот этих навыков, их категорически не хватает. И многие пытаются их получить и на курсах, и в том числе в «Зеленой стреле», где я преподаю. И вот давайте сейчас будем разбирать какие-то моменты. Значит, существует в нашей жизни сейчас современный такой момент, что мы сами дизайнеры, приучили заказчика исключительно компьютерной подаче. И в данном случае это не вина заказчика, это непосредственно такой вот тренд современности, который появился и об которой на самом деле очень часто дизайнеры сами же сейчас начинают спотыкаться, и с этим связано много трудностей. Что мы видим сейчас? Вот, в основном два вида подачи. Либо это какие-то планы в основном сделаны в программе, как правило, пользуются одними и теми же программами, во всяком случае, по работам, которые я вижу, они все очень похожи друг на друга. Да? То есть если мы положим рядом проекты разных дизайнеров, как правило, они, как братья-близнецы, будут похожи. Не идеи, идеи бывают разные, сложные и очень интересные, а именно вот этим исполнением. Потому что в компьютерной программе, как правило, дизайнер осваивает, конечно, ну, самые простые, в которых просто удобно и быстро работать. И, как правило, там используются одинаковые шаблоны для деревьев и для всего остального. Ну, и проекты очень похожи друг на друга. В каких-то ситуациях это не смущает, но почему бы не попробовать на фоне других как-то выделиться, и я думаю, что все, конечно, к этому стремятся. Поэтому вот это первая такая проблема, которая существует. Как сделать свой проект выгодно отличающимся от сотен других? Второй перегиб такой современного времени – это такая очень-очень качественная визуализация, которую просто не отличишь от фотографии. В ландшафтном дизайне, пожалуй, поменьше. Вот в дизайне интерьера сейчас этот тренд, он просто вот заполонил совершенно все. И работа над проектом на самом деле превращается в какую-то гонку за лучшую визуализацию. То есть кто наймет более дорогого визуализатора, кто сделает все вот просто неотличимо от фотографии, тот и молодец, тот и получает заказ.
С этим связано очень много трудностей, потому что, во-первых, не все дизайнеры могут освоить этот способ, потому что это совершенно другая профессия, на самом деле. 3D-моделирование и работа визуализатора – это совершенно специфическая профессия, которой надо учиться. И нужно ли это дизайнеру? Вот это вот большой вопрос. На самом деле, как показывает практика, конечно, для самого проекта это не нужно. Это просто такая фишка, которая появилась и вот совершенно вытеснила с собой вот все остальное. Вот. Вот два таких момента, да, как мы в основном видим вот эту вот визуализацию. Почему? Какие причины здесь? Причины, конечно, во многом причина та, что дизайнеры сейчас перестали учиться рисовать. Связано это с тем, что раньше, ну, кто становился дизайнером, да, то есть это были люди, которые в основном получили художественное образование. Человек, который получил высшее, ну или даже хотя бы среднее художественное образование, он так или иначе, это вот умение рисовать, законы композиции, перспективы, они уже встроены в него за годы обучения. Сейчас же, когда очень часто люди ограничиваются быстрыми курсами, там вот таких навыков нет. Поэтому здесь вот совершенно такой простой ответ, да, то есть дизайнеры сейчас не учатся рисунку. А, конечно, очень жаль. Ну, а второй момент, это как раз то, о чем мы тоже сегодня будем говорить, это неумение подать вот это вот, вот свое ручное рисование. И очень часто оно проигрывает не потому, что хуже компьютерной графики, конечно, нет. И не потому, что заказчик не ждет живого рисунка. Заказчик, на самом деле, конечно, ждет то, чего мы ему предложим. В первую очередь он ждет идеи, а как она будет выражена, это уже работа, задача самого дизайнера. Вот. То есть здесь дело вот как раз в том, что ручную работу мы почему-то считаем, что ее не нужно подавать так же красиво и так же современно и эффектно, как компьютерную. Вот давайте об этом поговорим. Сейчас следующий у нас слайд открывается, который называется «Преимущества живого рисунка и подводные камни компьютерной графики». Здесь я написала очень тезисно. Картинки, которыми сопровождается презентация, это все мои рисунки, каким-то проектом сделанные. Ну вот, просто здесь для заполнения я их поставила. Значит, давайте разберем. Про подводные камни поговорим попозже. Давайте начнем вот с преимуществ живого рисунка. Значит, какие преимущества? Они есть и для заказчика, и даже больше, может быть, для самого дизайнера. В первую очередь, это быстрота. Да? То есть быстрота, а может быть, даже моментальность, молниеносность подачи. Конечно, на первых порах это будет довольно сложно, но если вы уже владеете до какой-то степени рисунком, то можно делать рисунок уже буквально сразу, да, то есть вы появились на объекте, у вас в руках блокнот, какой-то, может быть, маркер, и сразу буквально на ходу вы делаете наброски. Конечно, все это действует совершенно магически на заказчика, и эскиз, который художник может сделать прямо сразу в разговоре, я в данном случае негласовно говорю, сама этим пользовалась, это производит большое впечатление всегда, потому что всем хочется иметь дело с мастером. Да? На словах поговорить можно с кем угодно, а когда ты приглашаешь художника, а для заказчика дизайнер это художник. Да? То есть и в принципе всегда так и было, дизайнер это и есть художник. Да? То есть художник это кто? Человек широкого спектра, который может и нарисовать, может и воплотить, может сделать роспись, а может расставить объекты грамотно. То есть, в принципе, дизайнер, конечно, это художник. Поэтому художник, не умеющий рисовать, это, конечно, да, то есть это уже нонсенс своеобразный. И вот в наше время так оно зачастую как раз и происходит, что дизайнер, который сам художник, должен обращаться к художнику другому, чтобы он ему сделал какой-то рисунок. Давайте постараемся, чтобы этого не было, чтобы весь спектр, да, от эскиза до окончательного варианта вы смогли сделать сами.
Вот эта моментальность, помимо вот, а психологический эффект, он имеет большое значение на самом деле, да, вы всегда в работе это знаете, тот, кто много общается с клиентами, всегда, конечно, знает, что психология здесь бывает даже иногда на первом месте, да, которая начинается еще до нашего мастерства как художников и дизайнеров. Вот. Но очень важно это и для самого художника-дизайнера, потому что вы, наверное, знаете, что вот это вот первое впечатление, оно очень важно именно в этот момент, как правило, и рождается идея. И хорошо, если эта идея будет как-то зафиксирована, ну, какими-то, может быть, короткими записками, пометками, ну, естественно, проще это сделать в виде рисунков. Самых простых, схематичных, может быть, каких-то закорючек, да, не обязательно демонстрировать свое мастерство, там, рисовальщика перед заказчиком, может быть, вы сделаете какие-то пометки в виде рисунков просто для себя. Но все равно это будет очень важно, потому что вот этот вот момент, когда мы увидели, пришла идея, потом мы поехали домой, сели за компьютер, открыли программу, начали пользоваться шаблонами. Вот эта вот быстрота реакции, она притупляется немножко, да, то есть притупляется наше вот это первое впечатление. Почему вот хотелось бы его сразу изобразить, потому что очень часто, и художники, я думаю, что многие подтвердили бы мою мысль, что первые вот эти вот формальные, очень быстрые, корявые, может быть, эскизы, они как раз и несут суть. Ту, которая будет потом в дальнейшем вот в течение работы над проектом развиваться. Вот, поэтому считаю это очень важным. Потом есть момент еще такой, что вот особенно, когда вынуждены пользоваться услугами визуализатора, да, или кого-то еще, кто будет это делать, или даже вы сами за компьютером. То есть есть еще такой разрыв между, ну, вот вами и заказчиками, потому что, ну, как правило, это дольше, да, то есть, как правило, вот по моему опыту, насколько я знаю, дизайнеры показывают уже такой достаточно проработанный уже вариант, или даже два варианта. И пока дизайнер это делает, заказчик ждет, вот существует такой вот, ну, некоторый разрыв. Если мы делаем быстро какие-то эскизы и сразу начинаем их обсуждать, то, конечно, в этом есть преимущество, и это очень упрощает работу вашу как дизайнера, потому что, ну, то есть мы быстрее получаем реакцию заказчика, ту или иную, и понимаем, в какую сторону, да, в каком направлении нам двигаться. Ну, вот. И еще есть такой момент, вот он тоже относится больше к психологии, то, что когда заказчик, клиент смотрит рисунки, он как бы, то, что я здесь назвала словом сотворчество, вот мне кажется, это самое верное слово, которое это отражает именно состояние, то, что человек начинает додумывать, как бы дофантазировать, потому что как ни крути, от рисунка человек, заказчик не ждет вот такой достоверности, как он ждет вот сейчас от компьютерной визуализации, да, вот сейчас стали все их делать, и заказчик ждет все более и более проработанной, детализированной работы, что на самом деле оно даже и вредит самому проекту, потому что по моему опыту, хочу оговориться, да, сразу, что я рисую не только от руки, я рисую, конечно, на компьютере, вот это время наше диктует, такие техники и рисую, и пользуюсь там программами. Но вот когда я делаю эскизы, да, в программе, или же бывают такие случаи, когда я пользуюсь уже сделанными эскизами, например, ну, вот это касается дизайна интерьера. Например, как художник я участвую в росписях в интерьере, бывают такие вот монументальные проекты. И, ну, бывает, что уже выбран сюжет, и визуализатор сделал свою работу, а теперь уже работа художника непосредственно воплотить это на стене. Вот. И, как правило, когда компьютерная визуализация вот этого вот эффекта, к которому художники привыкли, то есть когда ты показываешь эскиз, заказчик говорит,
там ты показываешь более проработанный эскиз, он говорит, да, действительно, вот он радуется этим деталям, которые появились. Вот после этого, когда он видит уже воплощенный проект, тогда он говорит, вау, да, это то, чего я ждал. Вот когда он видит очень хорошую визуализацию, фотореалистичную, и потом он видит готовый проект, вот этого вот эффекта вау уже вот я не замечаю в своей работе. Я вижу, он говорит, Вот здесь и начинаются как раз эти подводные камни, которые я для себя сначала не могла понять, в чем дело, потом потихонечку... Вот, как мне кажется, смогла установить, потому что в компьютерной вот этой вот подаче, любой, есть вот, во-первых, волшебный эффект свечения экрана, да, то есть все, что на экране, этот свет изнутри, он делает все очень праздничным, очень ярким. Если потом заказчик это видит даже распечатанное на бумаге, у него уже немножко вот этого праздника нет. И это ощущается. А если потом бывает, что он видит это воплощенное, он уже... То есть мы сами, получается, что какие-то завышенные ожидания вкладываем в нашего заказчика. Вот. Тем, что подача иногда бывает круче, чем, собственно, конечный результат. Вот. И потом бывают такие моменты, вот непосредственно в моей работе я замечала, да, то есть на компьютере невозможно же отобразить цвет, которые будут в реальности. Там совершенно свой спектр цветов, да, дизайнеры графические о них знают, да. И плюс еще, если добавлены какие-то эффекты, вот то же самое свечение, еще что-нибудь, вот в реальности мы это воплотить, как правило, не можем, а человек ждет уже этого. Вот здесь получается некоторый такой конфликт. Потом еще есть такой момент, что когда мы показываем сразу проработанный вариант, заказчику очень сложно внести свою лепту. Когда уже все сделано, ведь человек не профессионал, он не понимает, насколько просто или сложно можно что-то исправить, там, добавить или убавить. Он, может быть, даже согласится, но будет про себя чувствовать, что ему бы хотелось что-то добавить. Вот живой рисунок, он дает как раз такую возможность как бы самому туда внедряться, влезать вот, в шкуру художника, и он видит, что здесь можно подвинуть, здесь можно добавить, тем более, если вы прямо у него на глазах сможете это сделать, да, там как-то изменить, то это создает вот такое ощущение большей подвижности и мобильности, потому что вот расскажу вам один такой пример. У меня был, мы делали роспись в интерьере по очень красивой визуализации, которая меня немножко насторожила тем, что визуализатор добавил красоты, как будто бы стенка прямо вот она так светится немножко. Поэтому сделали работу, пришел заказчик, он сказал, а почему вот тут в телефоне так красиво, а тут так не... как-то не так красиво. И вот случилось именно то, чего я опасалась, да, то есть невозможно заставить стенку светиться, вот, если только повесить на нее лампочку. Но человеку это очень сложно объяснить. Он увидел это и хочет, хотя работа была сделана очень качественной, очень, вот, просто исключительно от первой буквы до последней, да, то есть по эскизу, но вот, тем не менее, эффект был уже не тот. Совершенно недавно тоже я сталкивалась с этим. Дизайнеры выбрали цвета, графические дизайнеры, которые оперируют цветами на компьютере. Нужно было воплотить их вживую. Они совершенно не совпадают. То есть таких цветов, красок, да, в природе, ну вот в природе, в банках, в магазине, да, их нет. То есть таких колеров нет. Вот опять же, и заказчику, то есть это же нужно все объяснять, что здесь вот так, а будет у вас вот так. То есть тут вот очень много таких тонкостей. То есть, казалось бы, это должно упростить, вот такая подача. Но вот оказывается, что есть определенные и сложности тоже. Ну, давайте пойдем дальше. Дальше у нас диалог с клиентом на языке рисунка. Здесь я бы хотела поговорить о том, что мы вообще можем предложить заказчику, как вести диалог на языке рисунка, с чего начать и куда двигаться. Эскиз первой мысли художника, да, то есть
с чего мы начинаем в любом случае, с чего начинает и художник, и дизайнер, да, то есть это эскиз. Я рискну предположить, что не всегда вы с этого начинаете, потому что я очень часто вижу, что уже начинается сразу работа в проекте и работа с какими-то там уже более сложными формами, но не пройден еще вот этот вот первый этап эскиза, когда мы, собственно, какие требования к эскизу? Это мысль, да, то есть эскиз – это наша мысль. Это как, я не знаю, писатель, начиная писать книгу, записывает какие-то, может быть, короткие тезисы, да, или начинает с какой-то фразы, которая, может быть, вот она и является кульминацией всего и ведет как раз мысли писателя. То же самое эскиз, это первая мысль художника. И, конечно, хорошо бы научиться поделиться ей сразу с заказчиком, потому что... Если мы перейдем уже к следующему этапу, есть большой риск, что сама как раз мысль, вот, и пожелания, может быть, заказчика не будут, может быть, нами неправильно прочитаны, а мы уже пошли на следующий этап, мы уже пошли прорабатывать. То есть получается, что художник делает лишнюю работу. То есть что, чего не нужно ждать от эскиза? Не нужно ждать никаких деталей, да? То есть эскиз – это отражение общей концепции. Например, как вы видите этот сад? Да? Может быть, он будет поделен на много каких-то отдельных садовых комнат. Может быть, это, наоборот, будет большое пространство. Может быть, вы пришли и увидели сразу много каких-то круглых форм. Да? Может быть, это будут изогнутые дорожки. Может быть, наоборот, вы видите прямые линии. Вот на эскизе это нужно как раз отобразить. Я думаю, что все, конечно... ландшафтные дизайнеры знакомы с книгами Джона Брукса, замечательного мастера. И я бы как раз хотела обратить внимание на то, как он рисовал. Да? То есть все вот эти вот его быстрые первые эскизы, все выполняются от руки. Не только его. А если мы начнем ну вот, обращать на эту тему внимание, когда будем смотреть на... проекты вот знаменитых ландшафтных дизайнеров, да, они все умеют рисовать от руки. Вот обратите внимание, я как художник, мне всегда это было интересно, я обращала внимание на это. А как он рисует? А они все рисуют. Как на самом деле большинство прекрасных, вот действительно знаменитых режиссеров, да, они тоже все рисовали. Они все могли нарисовать кадр. Пусть это будет быстро, схематично. Не нужно владеть таким... рисунком, как, я не знаю, там, Шишкин, да, например, или какие-то наши замечательные русские художники. Вот. То есть нам не нужна картина, нам нужна мысль, выраженная карандашом, да, или маркером, да, то есть нарисованная. То есть вот это общая концепция, и не надо пугаться, что заказчик может сказать, ой, я не понимаю, я этого не пойму. Я думаю, что всегда понимают, да, то есть начиная с испокон веков, да, художников заказчик понимал. Я думаю, что сейчас самое время как раз возвращаться вот к этому, потому что пускай включается сразу его воображение, его, в общем, голова. Вот. Значит, дальше, если эскиз случился и сложился, если вы, может быть, стесняетесь показывать такие вещи заказчику, делайте его для себя. Да? В первую очередь, конечно, он делается для себя, чтобы на него потом ориентироваться. Чем больше этих эскизов маленьких раскадровочек будет, тем вам проще будет идти дальше. Да? Допустим, с эскизом мы утвердили, выбрали какой-то, который нам нравится. Значит, что мы должны дальше? Мы должны заказчику показать уже какую-то визуализацию, да, то есть как это будет. Не в виде закорючек и кружочков, а уже в виде деревьев, да, домов и всего прочего. Вот здесь неплохо было бы овладеть, конечно, навыками, то, что сейчас называется скетчинг, да, и кажется, что вот это буквально какое-то нововведение вот этого вот нашего времени, вот появился скетчинг. На самом деле, конечно, появилось просто у нас слово, а испокон веков было
классическое слово зарисовка, да, зарисовка, набросок. Художники все этим занимались, все это делали. Просто это не было выделено в какой-то отдельный жанр. Как правило, это была просто вспомогательная работа над картиной. И все видели потом картину, но очень мало кто видел вот эту вот, ну, такую так называемую кухню художника, да, то есть все эти наброски, зарисовки, эскизы, они где-то лежали в папках, вот, и просто зритель этого не видел. Хотя на самом деле иногда бывает вот этот материал даже намного интереснее, чем уже окончательное произведение. Это можно увидеть иногда и в музеях, и на выставках художников, как правило, таких ретроспективных, уже когда там на какое-нибудь 80-летие, художник уже не стесняется показать вот все свои вот вспомогательные рисунки. Это бывает очень интересно. Вот. По поводу техник скетчинга, зарисовки мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. Вот. А сейчас я думаю, что надо сказать, значит, о том, что вообще мы можем сделать вручную и что нужно делать вручную. Я думаю, что, ну, вот ландшафтный проект же состоит из многих чертежей, в том числе много там технических, да, то есть нет смысла, конечно, все их делать от руки, там, прорисовывать красиво акварелью, там, какой-нибудь план дренажа, наверное, смысла нет, да, ну, там, подсветки, чего-то еще, то есть чисто технические вещи, конечно, должны быть поданы просто как чертежи. Ну вот, например, какие-то вещи, как генплан, можно сделать красиво, да? Особенно если это проект какой-то, ну, имеющий для вас значение, большой, и хотелось бы, чтобы он вот пошел в портфолио, поэтому, в принципе, почему бы и не сделать вот генплан вручную? На самом деле, не сложнее и не дольше, чем на компьютере при определенном навыке. Вот, то есть, конечно, очень важно, сколько бы у вас не было, ну, вот, допустим, чертежей в вашем проекте, сколько бы не было рисунков, очень важно придерживаться единого стиля, да, то есть, как складывается стиль, это одинаковая бумага, это одинаковый художественный материал, которым вы пользуетесь, то есть не должно быть такое, что вы принесли один рисунок акварелью, картину маслом, набросок маркерами, вот, и хотите, собственно, как-то свою мысль объяснить. Конечно, это будет довольно трудно, поэтому нужно придерживаться одного материала. Кстати, хочу сказать, что когда я говорю живой рисунок и рисунок от руки, это не обязательно должен быть рисунок на бумаге. Есть дизайнеры, которые рисуют, пожалуйста, там на iPad, да, или они рисуют на графическом планшете в Photoshop и в Illustrator, и это тоже рисунок, да, то есть когда мы не пользуемся готовыми шаблонами, а рисуем от руки, это все равно все рисунок. Поэтому, когда вы решите вот встать на путь, да, вот, и научиться рисовать, вполне возможно, что вы выберете для себя не классические вот эти инструменты, бумага, карандаш, там, ручка, тушь, акварель, а, может быть, вы купите себе графический планшет и будете им пользоваться. То есть, в принципе, это тоже возможно. И те же самые абсолютно навыки, те же самые знания понадобятся, если вы будете рисовать на компьютере. Ну, небольшая специфика существует, вот я уже говорила, это вот искажение цвета, да, вот, но в целом, и в общем и целом, все вот эти стадии, и эскиз, и скетчинг, и все остальное можно сделать и в программе, вот. То, на самом деле, не могу сказать, что это вот очень сильно, это упрощает, конечно, в смысле исправлений. Да, очень сильно упрощает, потому что можно там все исправить, переделать, да, и сохранить. Когда мы рисуем на бумаге, конечно, каждый шаг вперед, шаг назад, да, мы должны продумывать более внимательно. Но если вы уже имеете какой-то навык рисунка, вам будет, ну, от руки, вам будет проще овладеть графическим планшетом, потому что никаких особых премудростей там на самом деле нет. Если вы умеете рисовать, вы будете рисовать на чем угодно и чем угодно. Давайте поговорим дальше. Вот сейчас мы подошли к теме непосредственно о подаче вашей работы. Почему я решила
прям подробно об этом поговорить, и почему такие темы, которые, может быть, покажутся кому-то из вас очень несерьезными, детскими, что зачем на это обращать внимание, то, что и так понятно. Но вот как показывает мой опыт преподавателя, то, что мне казалось, да, совершенно вещами, о которых не стоит говорить со взрослыми людьми, оказалось, что это очень важная тема, которую надо прям внимательно прорабатывать, потому что ошибки совершенно детские такие бывают у нас. Вот. Ну вот начнем. И, кстати, вот почему это так важно и так болезненно для меня всегда? Потому что мы сами дискредитируем вот эту вот ручную подачу. Потому что на компьютере там уже и так все красиво, да, то есть человек, посмотрев там на, например, свой, там есть коллекция шрифтов, да, и все остальное, и обработка, и вдруг получается такое, что человек, который все это блестяще делает на компьютере, и он начинает учиться рисовать, и вдруг он приносит что-то совершенно смятое и жалобное в рулончики. И сколько бы я ни говорила, пожалуйста, заведите себе папку. Бумага не должна быть помятая. Бумага не должна быть, я прошу прощения за такие вещи, наляпанная. Но почему-то вот к ручному труду отношение у нас вот такое вот очень простое. То есть, а, да, вот тут у меня, извините, почирикал ребенок, а здесь кот наступил. Вот. Ну, как бы и вроде бы ничего. Вот. Но на самом деле, конечно, это имеет колоссальное значение, да, то есть подача важна, и вы все это прекрасно знаете, но вот почему-то, когда дело касается рисования, почему-то все об этом забывают. Поэтому давайте проговорим, да. Значит, во-первых, выбор бумаги и художественных материалов, да, у человека, который уже рисует, как правило, есть какой-то свои предпочтения, да, и относительно бумаги, и художественных материалов. Здесь я просто хочу сказать, потом чуть-чуть подробнее мы об этом поговорим дальше. Сейчас я хотела сказать просто о том, что все должно быть, ну, качественное. Да. Это не значит, что надо покупать самую дорогую бумагу. Это значит, что она должна быть просто чистой, да, и в хорошем состоянии, не очень тонкой. Да. То есть, конечно, на какой-то такой тонкой бумаге для принтера, если мы будем рисовать и принесем заказчику, это будет портить нашу работу, даже если она будет замечательная. Да. Все-таки бумага должна быть плотной, начиная от обычного вот ватмана и дальше. Да. Плотность бумаги измеряется в граммах. Хорошая плотная бумага, например, 200 грамм, вот, это такой вариант идеальный. Да. Может быть, она немножко шероховатая, если мы пользуемся там акварелью или цветными карандашами, рисуем. Если мы пользуемся, например, тушью, можно купить такую белую, очень гладкую, она называется мелованная бумага. Туши, линеры, на ней выглядят просто блестяще и очень приятно рисовать. Композиция в листе и выбор шрифта – это такая тоже тема. Она на самом деле даже, их можно объединить в одну тему. Но когда мы размещаем изображение в листе, это важно. То есть важно, как оно размещено. И вот как мне очень нравится выражение, я услышала от одного архитектора, он мне сказал, весь лист – это зона нашей ответственности. То есть нету заказчик, ну, любой человек, зритель, смотря на лист, неважно, как он смотрит, вживую мы принесем или мы пошлем по почте, вот, он на компьютере посмотрит, он смотрит на весь лист, не на картинку, которая где-то в листе размещена, а на весь лист. То есть все, что располагается на этом листе, включая там какие-то вмятины, например, или пятна, да, все это он воспринимает целиком. Вот. Если размещено несколько картинок или одна, включен ли шрифт, или он не включен. То есть все воспринимается как единое целое. Поэтому вот дальше мы будем говорить про компьютерную обработку изображения. Вот если мы ошиблись, и дальше мы обрабатываем на компьютере, ошиблись в композиции, там у нас получилось много слишком пустых полей, или наоборот, мы где-то там не вписались, все это нужно редактировать, когда мы будем делать вот предпечатную подготовку в конце. Шрифт,
тоже вроде бы казалась такая простая вещь, которая, ну, вот что об этом говорить. На самом деле, очень часто, я думаю, что и вы тоже обращаете внимание в городе, например, на рекламы. Бывают очень смешные такие ошибки, да, то есть... изображение в одном стиле, шрифт совершенно не подходит сюда. Или же использовано много шрифтов. Графические дизайнеры, конечно, об этом обычно знают, вот, что не нужно использовать много шрифтов в одном проекте, то есть это может быть два шрифта, ну, максимум три. Супермастера, конечно, могут использовать и больше, но не нужно. Лучше использовать один и тот же шрифт, например, где-то мы написали заглавными буквами, где-то мы его сделали маленькими, да, там, курсивом, то есть, но не нужно, и эти шрифты, которые мы используем, допустим, мы ограничили себя, выбрали два, они должны между собой быть хотя бы из одной группы, да. Сейчас очень много информации обо всем в интернете можно найти, можно почитать. На самом деле, вот эта вот наука и каллиграфия, и вообще шрифт. Это очень интересная тема. И просто даже интересно об этом почитать, да, потому что, ну, сам, хотя бы, чтобы не допускать таких вот самых грубейших ошибок, да, как, например, допустим, мы делаем проект какой-нибудь в русском стиле, да, там «Русская усадьба», и берем шрифт, который относит нас там, например, к какой-то арабской вязи или чему-то там такому, да, или наоборот, у нас очень классический проект, да, все должно быть выдержано строго, то есть в каком-то классицизме, и вдруг мы берем какой-то шрифт из граффити, там, или, я не знаю, какой-то безумный хай-тек, да, и такое случается очень часто, вот, поэтому на это надо обращать внимание, вот, на такие вещи. То есть хотя бы примерно представлять себе вот группы шрифтов, ну, историю, так, в общих чертах, да, какие шрифты относятся к классике, там, вот, какие, наоборот, к чему-то современному, или какой-нибудь, вот, любят очень какой-нибудь древний русский шрифт куда-нибудь впихнуть обязательно. Главное, что они все ужасно красивые. Когда мы открываем там программу, не оторваться. Хочется и этот использовать все. Все прекрасные, но надо думать о том, что подойдет. Потому что шрифт в данном случае – это только дополнение к рисунку. Даже если у вас много там экспликаций, всяких сносок, тем не менее, все-таки он должен только дополнять. Он не должен перетягивать. Если на листе есть изображение, оно главнее, чем все остальные текстовые дополнения наши. Да? Потому что мы все-таки с вами не книгу пишем, а... только лишь дополняя наши изображения. Вот. Ну, вот теперь по поводу обработки изображения можно поговорить. Ее надо делать обязательно. Какие у нас могут быть варианты вообще подачи работ? Мы, самый простейший вариант, мы можем нарисовать рисунок, сфотографировать его на телефон и отправить заказчику очень быстро, да, где-нибудь в WhatsApp или где-нибудь еще. Вот, перед этим обязательно обработав изображение в любом встроенном в телефон графическом редакторе. То есть просто так не отсылаем никогда. И художники, на самом деле, которые работают постоянно с визуальными изображениями, да, вы художники, работающие с визуальными изображениями, это должно быть уже тоже встроено, вот просто в голову. Когда я отправляю там какую-нибудь фотографию, я не знаю, своему мужу или маленьким дочкам, я автоматически ее обрабатываю в графическом редакторе. Я уже не могу просто послать изображение просто так. Потому что оно будет проигрывать очень сильно. Вот. Нужно обязательно, что нужно сделать? Да, высветлить. Ну, в 99,9% нужно немножечко вытянуть яркость, да, вот, контраст, ну, то есть мы делаем поярче, немножечко поконтрастнее и смотрим, что там происходит, обрезать, да, очень часто тоже какие-нибудь поля или что-нибудь, вот, нужно нам подрезать, вот, потом вытянуть яркость, контраст, а дальше смотрим на цвет, иногда можно чуть-чуть повысить яркость, вот. Но, иногда бывает даже чуть-чуть снизить яркость, потому что при фотографировании, да, фотографировать, конечно, нужно, тоже очень важный момент, который вроде бы казалось понятен, но оказывается, что нет,
изображение нужно фотографировать либо строго вертикально, вот так, да, либо как сверху, ну, чтобы ваш лист не был в ракурсе. Да. Очень часто я вижу работы, сфотографированные вот в ракурсе, в перспективе. То есть либо строго вертикально, либо строго горизонтально мы кладем на стол и фотографируем сверху. Вот, потому что никакого перспективного искажения быть, конечно, при фотографировании не должно. Когда мы фотографируем сверху, мы обрезаем сразу весь стол, который влезает, да, все, что лежит на столе иногда бывает, так и присылается изображение. Вот, очень часто я вижу так, и я подозреваю, что, может быть, не только мне так везет, что и заказчик тоже получает такие изображения. Ну, а потом мы сами жалуемся, что как-то не очень принят наш труд достойно. Вот. Во многом это из-за этого как раз оно и происходит. То есть любое, как любую картину, даже самого среднего качества, можно оформить в раму, паспорту и повесить на стену, она будет выглядеть блестяще. Точно так же, как любой маленький эскиз, сделанный на салфетке, можно обработать так, что он будет выглядеть потрясающе, и вы продадите сразу свой проект. Вот. Ну, может быть, немножко утрирую, но тем не менее, да. Вот, если где обрабатывать, ну, вот ли второй вариант, да, если мы все-таки рисуем уже, ну, вот, не может быть, не такой быстрый эскиз, а мы уже сделали работу, и она такая у нас полноценная и проработанная, мы хотим, конечно, чтобы она выглядела как можно лучше, мы ее сканируем. Да? То есть никакая фотография, конечно, не заменит нам по качеству отсканированную работу. Если эта работа небольшая, да, то есть ну, не больше, чем А3, то это очень легко сделать в любом копицентре, особенно в типографии. Обратите, кстати, внимание на то, что в типографиях больших намного дешевле все стоит, чем в каком-нибудь маленьком копицентре, вот, который может быть в вашем доме расположен или в соседнем. Да? Там, может быть, за любую процедуру да, намного дороже. В типографии там больше спектр и выбор всегда, и бумаги. И, в общем, у меня уже проторена дорожка в типографию, потому что я очень часто пользуюсь этими услугами, нужно распечатать, и часто бывает отсканировать очень качественно. Дома, как правило, все-таки такой техники у нас нету. Вот. То есть, если происходит это сканирование, то точно так же потом мы можем обработать. Я обычно это делаю в фотошопе. Там это можно просто и быстро, даже если вы фотошопом не владеете. Достаточно в интернете посмотреть там какую-нибудь пару видеоуроков. По любому вопросу можно найти информацию. И не нужно каких-то особенных для этого трудов прикладывать, то есть это очень быстро, там буквально пара функций, если вы владеете, то этого уже достаточно для работы. Вот. Если даже не хочется заниматься фотошопами, сейчас очень много есть встроенных программ в телефоны, вот, всяких, которые можно скачать. Раньше была такая замечательная программа Canva, я очень любила ей пользоваться, графический редактор. Вот. Сейчас она у нас из России ушла, но есть очень много аналогов. Вот я совершенно недавно себе скачала какую-то программу, называется то ли дизайнер, то ли там дизайнер, как-то так. Но их очень много, они очень похожи. Там готовые шаблоны, вот, готовые шаблоны, в которые, я думаю, что многие из вас, наверное, ими активно пользуются, но, как показывает мой опыт, совсем не все. А я рекомендую, потому что все-все-все, там есть и подборки шрифтов, и готовые уже шаблоны на все случаи жизни, которые можно использовать там от каких-то постов для соцсетей до, там, я не знаю, плакатов. Вот. И если мы вставим наш рисунок уже вот в какой-то хороший шаблон, то это всегда очень украшает и сразу позволяет увидеть работу какой-то такой законченной, и, в общем, выглядит это всегда очень, ну, так, хорошо, да, стойко. Поэтому обратите внимание, про рулончики я уже сказала, давайте поедем дальше с вами. Значит, что нужно знать, что нужно уметь дизайнеру в рисунке, да? Я уже говорила, что
Знания нам такие понадобятся чисто практические, да. Вряд ли у нас будут, конечно, если вы захотите потом писать еще и картины дополнительно, то это всегда будет приветствоваться. Но нам, как правило, нужно просто показать наш проект, поэтому углубляться, может быть, и не обязательно, да, именно в рисунок, но базовые вещи нужно знать обязательно. Композиция – это просто основа дизайна, да, то есть очень было бы желательно на эту тему почитать, посмотреть и послушать, если у вас нет знаний по поводу композиции, потому что композиция – это просто, ну, вот то, чем мы оперируем как раз, производя то или иное впечатление на человека, да, то есть начинается это с того, как вообще человек мыслит, как он воспринимает и окружающий мир, и рисунок. Очень много общего в композиции, вот в листе и в композиции уже трехмерной, которой вы пользуетесь для непосредственно ваших проектов. Есть вещи специфические, но в основном все законы композиции, они, конечно, общие, да, вот, ну, перспектива, конечно, да, то есть хотя бы на уровне понимания, да, то есть, конечно, нет сейчас необходимости вот чертить все чертежи самому, там, вооружаться Кульманом, да, и всем остальным, можно это делать на компьютере, но хотя бы на том уровне, чтобы понимать, что делает компьютер. Да? То есть, что, где будет линия горизонта, когда вы смотрите, вот даже приехали, например, на объект, да, там в чисто поле вышли, чтобы понимать, да, что будет выше линии горизонта, что будет ниже, когда вы рисуете какие-то фрагменты, да, то есть, где будет, куда будут сходиться эти горизонтальные площадки, да, всего домов, дорожек, вот. С этим связаны почти все ошибки начинающих художников. То есть на это надо обратить внимание очень серьезно. Да? Воздушная перспектива, линейная перспектива. Сейчас на этом вебинаре у нас нет возможности рисовать, и вообще мы не учимся рисовать. Да? Просто мы проговариваем очень важные вещи, которые нужно знать. Ну, по поводу теней, да, освещения, откуда падает свет. Надо понимать, с этим связано тоже очень много ошибок. На рисунках бывает, что от одних предметов тени в одну сторону, от других в другую, чего быть, конечно, не может, да, при естественном освещении. То есть очень часто тоже ошибаются с этим. По поводу перспективы, кстати, я хочу сказать, что если вы только, ну, вот, только-только начинаете, и вам сложно, но нарисовать надо или хочется, берите фронтальную перспективу. Да, то есть дом прямо перед вами, дорожки. Вот так, потому что когда уже две точки схода мы рисуем предмет сбоку, это уже намного труднее. Поэтому берите фронтальную перспективу, пусть все стоит, будет выстроено прямо перед вами. Вот. Освещение для скетчинга, как правило, берется очень яркое, ну, тени насыщенные, вот, в отличие от классического пейзажа, который, наоборот, делается при рассеянном освещении, там, утром или вечером, то есть для скетча надо, чтобы все было утрировано даже, вот, утрированные все эти объемы, вот, ну и по поводу цвета, да, то, что мы говорили, что хотя бы общие какие-то представления хорошо бы иметь. Сейчас продается, и в интернете можно скачать, и продается в магазинах даже. Я вот себе купила в обычном канцелярском магазине замечательный цветовой круг. Вот. Им можно пользоваться, это просто даже очень интересно. Вот, потому, какие цвета использовать, потому что помимо цветов в самом рисунке, нам очень часто нужно использовать цвета вот еще и при подачи, да, проекта, то есть, и там существуют варианты, да, мы берем дополнительные цвета, или, может быть, это развитие одного цвета, а, возможно, это цвета, которые стоят в спектре рядом друг с другом, ну, то есть, какое-то общее представление, такое, конечно, нужно обязательно иметь. К тому же, это все, конечно, очень интересно. Вот. По поводу того, что нам
нужно делать для того, чтобы научиться рисовать, мы тоже поговорим чуть попозже, но вот то, что здесь написано, то я очень и рекомендую. Ну, чуть-чуть попозже поговорим поподробнее. Давайте еще такую тему с вами обсудим, как выбрать свой стиль. Вот. Слово «выбрать», оно не совсем, конечно, в данном случае подходит, потому что очень часто стиль сам выбирает нас, или часто мы хотим достичь мастерства в каком-то одном стиле, и вместе с этим незаметно к нам приходит какой-то другой стиль, в котором мы начинаем работать. Конечно, невозможно выбрать свой стиль, там, буквально вот ты только начал рисовать, первый день сел там рисовать какой-нибудь кубик, и уже делаешь это в каком-то своем авторском стиле. Конечно, нет. Сначала мы только знакомимся с художественными материалами, понимаем вообще, какие мы, потому что, ну вот я здесь написала, что темперамент, навыки и предпочтения, из чего складывается авторский стиль. Конечно, можно здесь еще много чего написать, но я поставила предпочтение на последнее место, потому что совсем не всегда мы даже можем понять наши предпочтения, а вот из как раз нашего темперамента в основном оно складывается, потому что то, что мы любим, это не значит, что это и есть наш стиль. Вот. Кто-то, например, очень любит очень внимательные, такие долгие, длительные, проработанные какие-нибудь акварели, но темперамент ему не позволяет сидеть на одном месте там больше 15 минут. Поэтому понятно, что нравится тебе может одно, но то, что ты, как будешь работать ты, может быть, это совсем другое. Поэтому для человека такого темперамента, да, стоит выбрать какой-то другой материал, может быть, это маркеры будут или еще что-нибудь. Вот. Ну, навыки, конечно, да. То есть, если мы только-только начинаем, не стоит брать сложные техники, не стоит стараться сразу догнать художников, которые там занимаются этим профессионально. Вот. Нужно, конечно, учитывать свои умения. Постепенно и стиль будет меняться. Очень редко бывают такие вот художники, которые нашли свой стиль там где-то еще в институте и всю жизнь ему следуют. Как правило, вместе с нашими навыками меняется и наш стиль. Я, например, сейчас нахожу свои работы, которые я сделала, например, после института, и мне казалось, что они ну, просто совершенные. Я на них смотрю, и мне сейчас хочется их спрятать куда-то подальше, потому что сейчас я стала уже рисовать совсем по-другому. Вот. И это нормально, абсолютно. Вот. Значит, выбор художественных материалов. Вот от этого во многом и зависит как раз наш стиль. Потому что сами художественные материалы, они диктуют вот стиль. Давайте пробежимся сейчас вот тут быстро. Какими художественными материалами, как правило, выполняется вот такая быстрая графика, скетчинг, то, что нам нужно. Ну, тушь или линеры, да, черно-белая графика. Еще хочу, да, оговориться, что очень много, конечно, зависит от того, какая у нас задача, да, то есть художественные материалы и стиль в идеале должны подбираться под задачу. Если от нас просят очень быстрых, недорогих рисунков, да, таких, которых нужно сделать там, я не знаю, очень много, но стоить они будут очень недорого, не стоит выбирать какой-то сложный художественный материал, с которым вы точно будете там возиться долго. Да? Вот. Если наоборот, это дорогой какой-то проект, и там вот важна как раз эта подача, важно произвести впечатление, здесь можно, да, выбрать какую-то, может быть, бумагу, да, такую роскошную и сделать такую очень внимательную проработку. Вот, во-первых, надо помнить, да, что все работы остаются в вашем портфолио. Если есть возможность и время выполнить работу, ну, скажем так, сложнее, чем даже это требует заказчик, если, ну, вот вы чувствуете, что вы можете себе это позволить, почему бы и нет? Да? Но если вы вдруг выбрали очень сложную какую-то технику и ну, узнали заранее, что заказчик, в общем-то, этого не просил, то тогда пенять можно только на себя. Да? То есть и все равно уже, конечно, нужно будет сделать. Вот, значит, тушь-линеры, как правило, используются для таких вот быстрых рисунков, которых не нужна детализация, хотя можно
и очень детализированно сделать в этой технике. Вот. Для этого лучше использовать гладкую, как раз мелованную бумагу, о которой я вначале говорила, в любом магазине ее можно купить. Вот. В папочках продается. Вот она такая гладкая-гладкая. И очень приятно по ней идет линия. Ну, вот. Линер вариант более простой, тушь вариант более... Ну, я бы не сказала, что он сложный. Он тушь просто неудобно с собой носить, банально. Хотя сейчас есть такие ручки, которые заправляются тушью, и прямо ты пером можешь даже где-то на пленэре рисовать. Сама не знаю, не пользуюсь. Пользуюсь классическими перьями и кисточкой. Вот. Можно добиться очень больших эффектов даже без использования цвета. Да? Если есть желание, такие рисунки можно подкрашивать. Вот как у нас сейчас на экране, да, это рисунок, выполненный каким-то линером, подкрашенный просто цветными карандашами. Да, цветные карандаши я широко использую, очень люблю. Использую даже самые простецкие детские цветные карандаши, которые у своих дочек периодически. Вот, беру. Но есть профессиональные цветные карандаши, очень хорошие, прекрасные. Вот. В художественных магазинах, сейчас не будем разбирать марки, но, в принципе, в художественных магазинах вам подскажут. Чем они отличаются, дешевые и дорогие? Тем, что дорогие цветные карандаши, они мягче. Они мягче, они ярче. Я люблю рисовать цветными карандашами на акварельной бумаге. Вот на такой шероховатой акварельной бумаге. У нее приятная текстура. Карандашик за нее так приятно очень зацепляется, и получается вот текстура. Но имейте в виду, когда мы подкрашиваем наш рисунок, а именно я использую слово «подкрашивать», это не живопись, да, у нас нет задачи создать картину. У нас есть задача сделать рисунок и немножко уточнить где-то, где будет цвет. И рисунок будет красивее, и заказчику мы объясним. Вот, то есть мы бьем буквально там карандаша 4, ну, 5 это максимум, да, так, как мы себя должны ограничивать в выборе шрифта, также мы себя должны ограничивать в выборе цвета. Вот, потихоньку подбираемся к следующему, это маркеры. То же самое, да. Можно купить набор из 100 маркеров и все 100 использовать, и рисунок будет смотреться ужасно, как какой-то детский рисунок, да? Вот. Детские рисунки, они прекрасные. Я хотела сказать другое, что у нас с вами другие задачи. Ну, вот. Если мы хотим создать такой стильный рисунок, мы должны выбрать себе там, ну, тоже цвета 4, например. Вот. И заранее кажется, что маркеры – это так очень быстро, и вот ими работать очень быстро. Но действительно так. Если ты знаешь свои маркеры, если ты не роешься 2 часа в поисках, там же очень много оттенков обычно бывает в наборе. Купить маленький набор – это значит, что тебе будет постоянно чего-то не хватать. Купить большой – это значит, что ты постоянно будешь, тебе очень захочется использовать все. Потому что есть такая особенность у художественных материалов, чем у нас их больше, тем больше мы свой рисунок их и пихаем, потому что удержаться невозможно абсолютно. Они все новые, красивые, блестящие, прямо из магазина, и хочется их до всех. Это беда даже художников опытных, поэтому лучше себя ограничивать, нежели... То есть в данном случае всегда меньше лучше, чем больше. Вот. А так, в принципе, если вы такой человек быстрый, темпераментный, особенно маркеры подходят для каких-то современных проектов, если у нас такая вот прямо классика-классика, то, наверное, маркеры не так подойдут. Вот. То есть надо учитывать еще и все-таки стиль проекта. Да? Вот. Акварель – очень хорошая техника. Кажется, что она очень сложна, но нам не нужно, опять же, полностью овладевать там всеми тонкостями акварельной живописи. Да, наша задача просто буквально подкрасить. И поэтому очень рекомендую пользоваться акварелью, даже самой простецкой, такой детской, купленной в канцелярском магазине. Она, конечно, уступает по своим характеристикам профессиональной акварели. Почему? Потому что в ней очень мало пигмента, то есть она не яркая. И поэтому, наверное, вы замечали, у кого есть дети, она очень быстро заканчивается. Ребенок там ковыряет, бац, а уже ничего и нет в кюветке. Как, например, профессиональная акварель, она может, ей можно пользоваться годами. У меня есть акварель, который я еще, по-моему, с института пользуюсь.
Вот, потому что буквально нужно чуть-чуть, и цвет будет. Вот. Ну, и последнее, что я здесь написала. Еще хотела сказать, что есть такая техника. Сюда я не вынесла, но мягкие материалы. Это уголь, сангина, соус, сепия. Они продаются в виде карандашиков, в виде мелочков. Ими очень приятно, очень хорошо рисовать. И рекомендую всем ими рисовать. Единственное, есть такой момент, что их плохо сканировать. Вот если мы хотим научиться рисовать и рисуем с натуры, там, копируем, идеальный материал. Но вот для работы такой профессиональной они же пачкаются, если мы хотим их принести заказчику. То есть, по идее, они все закрепляются, да, то есть такие рисунки, сделанные мягкими материалами, пастелью, можно на расстоянии закрепить. Продаются специальные фиксативы, можно побрызгать. И не обязательно покупать специальный фиксатив, можно воспользоваться обычным лаком для волос. Но главное на расстоянии, то есть какое-то расстояние там сантиметров 30 должно быть, потому что иначе ваша работа просто растечется. Вот. И смешанная техника, что такое смешанная техника? Очень часто можно обратить внимание на выставке, что картины подписаны. Смешанная техника, что это такое? Ну вот это авторская техника и есть. То есть любые материалы можно использовать вместе. Да? Линеры, цветной карандаш, маркеры, тушь, акварель, цветной карандаш, линеры, маркеры, тушь. Да? То есть все зависит от вашего желания. Да? Собственно, так авторский стиль-то и обрабатывается. Да? Вот, давайте двигаться дальше. Как и где учиться рисовать? Тема важная, актуальная. Самостоятельно сложно. Можно, но сложно. Да? По книжкам очень сложно учиться рисовать. То есть, конечно, в идеале нужно рисовать обязательно самому. Это и будет самостоятельная часть вашего рисования, но и получать консультации с преподавателем. Пусть онлайн, пусть там хоть по телефону, по почте, как угодно. Не у всех есть возможность вот лично найти преподавателя и общаться. Но только лишь самому по книгам и по роликам в интернете это будет очень долгий путь. И, ну, вот все равно, что я, наверное, могу сравнить вот с изучением иностранного языка, да, например, по самоучителю дома. Это трудно и долго, вот. Что касается книжек, их очень много, среди них есть неплохие, но есть такие, которыми пользоваться не стоит. Вот очень много продается книг, которые посвящены каким-то определенным темам. Там, научись рисовать стекло, научись рисовать, там, не знаю, листву. Вот. И такое же количество вот, уроков есть в интернете на эту тему. Вот. Сегодня мы с вами будем рисовать там, я не знаю, траву и только лишь. То есть, если вы выбираете ролики в интернете, и много хороших на самом деле есть в бесплатном доступе, нужно выбирать, где вы слышите словосочетание «академический рисунок». Вот если оно там фигурирует, как правило, это значит, что и преподаватель достойный, потому что ну, совсем не все им владеют. Вот, их учатся этому рисунку реалистическому, академическому в лучших учебных заведениях вот наших. Вот, и пусть там учат рисовать с азов, то есть самых простых вещей, да, если это будет даже там кубик, лучше начать с этого, послушать это, потому что вот эти вот выборочные, такие отрывочные какие-то вещи, во-первых, очень часто получается непоследовательно, потому что нужно учиться от простого к сложному. Это самое главное, чему нужно следовать, да, то есть от простого к сложному. Если вы не прошли вот этих вот азов, то вам невозможно будет сразу за какие-то очень сложные вещи браться. Поэтому от простого к сложному академический рисунок, академическая живопись, обратите внимание. Вот. Обратите внимание, если преподаватель представляется, он говорит, я закончил Академию художеств, или я закончил там, не знаю, МУХУ, да, ну, или какое-то наше хорошее художественное училище. Если
художник говорит, я известный художник Иван Иванович Иванов, насторожитесь, потому что художественное образование, желательно, чтобы оно было классическое у вашего преподавателя все-таки. Я имею в виду сейчас исключительно, мы говорим о рисунке, да, во всех остальных сферах там своя специфика, и там уже по-другому можно ориентироваться, но вот именно в рисунке очень важно, чтобы преподаватель, грубо говоря, самым-самым владел, да, тем, что учат, потому что учат сейчас все, кому не лень. Вот, на курсах про это скажу тоже, и как выясняется, что и онлайн можно научиться рисовать, то, что я выяснила буквально недавно, сама начав преподавать онлайн, и поняла, что да, можно, эффект есть. И что нужно рисовать? Вот это еще очень важный момент. Что нужно рисовать? Нужно рисовать с натуры. Обязательно. У нас всегда бывает такое, что человек говорит, да, да, да. Потом начинает рисовать по фото. По фото научиться рисовать практически невозможно, я вам хочу сказать. По возможности рисуйте с натуры. Возможность такая есть всегда. Это не значит, что мы зимой должны выходить там в валенках и в шубе на пленэр, хотя художники так делали, конечно, раньше. Вот, всегда сейчас стали ленивые. Вот. Но дома всегда есть натура. То есть начинайте с самых простых вещей, того, что вас окружает. Чашка, стоящая на столе, табуретка, какой-нибудь стул с висящей, может быть, на ней одеждой. Все это предметы для рисования. Комнатные цветы идеально. Да? Если мы живем за городом, у нас есть возможность выйти всегда, нарисовать какую-нибудь яблоню, да, или какое-то дерево. Это идеально. Если такой возможности нет, рисуем свои комнатные цветы. То есть это аналог, на самом деле, вот того, как мы будем потом рисовать на пленэре. То есть все, что угодно, все предметы, которые вас окружают. Самый простой вариант – свой мобильный телефон, положенный на стол, мы рисуем в перспективе, в разных ракурсах. Вот и все. То есть почему именно с натуры? Потому что, рисуя с натуры, мы даже невольно, сами не зная, мы идем правильной дорогой, от простого к сложному, от большой формы к деталям. Когда мы рисуем с фотографией, здесь опасностей много. Во-первых, композиция уже решена за нас, фотографом. Зачастую она решена плохо. Очень много провальных вещей по композиции, вот фотографии с интернета, которые мне приносят мои же ученики с целью вот покопировать. Там горизонт посередине, или, например, композиция разваливается на две части. Зачастую фотографы тоже не знают закон композиции, хотя надо быть. Вот. Второй момент. С фотографией рисовать легко. Легко, комфортно, прикрепил, сиди себе в кресле, сколько угодно, ничего не будет двигаться, никуда не убежит. Поэтому весь наш... вся наша последовательность часто сбивается. Мы начинаем срисовывать детали, которые не нужны. Мы начинаем часто с этих деталей, которые не нужны. И вот поверьте мне, рисунок, сделанный с натуры или по фото, всегда можно отличить. И очень часто я говорю, пожалуйста, принесите мне рисунки с натуры своим ученикам. Встречаемся через неделю, они приносят рисунки, сделанные по фотографии. Я говорю, по фотографии рисовали? Да. Почему? С натурой не было времени. Вот тоже. По какой причине одно и то же одинаковое время тратится почему-то на рисование с фото, вот, а не с натурой. Поэтому я очень прошу всех, я даже уделяю сейчас этому какое-то отдельное время, потому что просто заклинаю вас, рисуйте с натурой. Или, если хочется обязательно что-то покопировать, копируйте не фото неизвестного фотографа из интернета, а копируйте прекрасные рисунки наших русских художников. Не обязательно только русских. Но просто если начинать знакомство уже с миром искусства, почему бы не начать с самого вот близкого, то, что сделало вот славу нашему русскому искусству, да? И обратите внимание, именно рисунки, не картины, да? То есть если мы в интернете забьем там Иван Шишкин, например, мы увидим сразу большие картины, выполненные маслом. Они нас в данном случае не интересуют. Интересуют, но не с целью копирования. А именно рисунки.
у Левитана, у Серова, Поленова, Шишкина того же. Прекрасные совершенно карандашные рисунки. Когда мы копируем художника, мы учимся, как у преподавателя. То есть ваш преподаватель на этот вечер вот Шишкин, а на следующий вечер будет Левитан. Ну вот так вот. То есть мы копируем его манеру, как он рисовал облака, а как он делал тень, а как траву. И все. Вот эти навыки художника становятся уже вашими. Они переходят в ваш арсенал. Вот. Вот это вот очень важно. А по поводу онлайн или вживую, конечно, если есть возможность общаться с преподавателем вживую, это драгоценный опыт и, конечно, имеет смысл каждому. Но вот мы сейчас записали с «Зеленой стрелой» 2 онлайн-курса, и я поняла, что учиться рисовать онлайн тоже возможно. У меня очень большой скепсис был по этому поводу. Ну, вот. Но, как оказалось, что по моим ответным письмам и иногда картинкам, схемкам, которые я присылаю, они понятны и доступны, и я по работам вижу, как растет вот просто профессионализм моих учеников. Так что все-таки, если, например, вы живете в таком месте, где нет хорошего преподавателя, а бывает такое действительно, лучше учиться онлайн, чем самостоятельно постигать все это одному. Вот. Ну и